Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей, Денис, Сергей и Вова! Но без VR. Всем привет! Всем привет! Да, всем привет! У нас все еще есть наш любимый саксофон, и у меня есть две новости, хорошая и плохая. Какую хотите узнать? Плохую я знаю, какая хорошая? Хорошая, мы достигли рекорда, 3500 квота. Ну это и плохая тогда. Это и плохая новость, потому что мы не сможем этого достигнуть. Денис. Мы не сможем это сам. Прошу заметить, но... без меня вы ее не достигали, получается я чемпион. Нет? Вообще-то половину работы вы получили, Женя. Еще не знаю, Женя сейчас делала. Но это не значит, что она не участвовала. Да-да-да. Денис, отправь нас на Artify или куда там, на 1500, чтобы у нас был шанс что-то добыть. Если мы будем по 1200 добывать денег, то мы справимся. Отправляй нас, Андрей. В общем, слушайте. Перед главным входом я выкину свой поинт, чтобы если вдруг кто-то начнет быть носильщиком, чтобы он снес по максимуму. Я примерно так и предлагал. Один поезд берем. Я хочу поносить. Давай я поношу. Я хотел именно потолкать что-нибудь. Артифайс. Время расплаты. Эклипс. Я вижу, что там эклипс, ребята. Так, я выключаю звук. Базуки не работают. Лопаты тоже. Во. Все, бежим. Эй, собаки, есть где? А если найду? Что вы крадетесь на цыпочках? Я тут самый опасный. Вон собака побить? Впереди. Так, идем на левой стороне. Вдоль левой стороны. Мы идем, мы шагаем. Золото мы добываем. Движок. Да. Я пошел налево, и тут нифига нет. На второй этаж или на первом? На первом этаже, вдоль левой стенки пошел. Тогда я направо пойду. Так, тут Бракин у меня уже прям встречает. А фиг ли тут реально ничего нет? Я сейчас этому Бракину пойду шею бить. Настолько все тоскливо. Чувак, у меня девочка. Чего у тебя? У него девочка. Мост, девочка. Девочка. Сергей. Сюрприз! Здорово. Привет, Денис. Что ж ты меня не предупредил? О чем? О том, что маски ходят за углом. Маски? Я такой выхожу в коридор. Ой, Серега, это что было? Это как вообще? Сергей мансит как миллиончик. Я видел, в общем... как Турелева не за это самое... Да-да-да, я видел, он такой походочкой Майкла Джордана, не знаю. Жесть. Так, как у Вовы дела? Ну, Вову сейчас схавают. О, да, маска. Кто это? Это вот как раз маска, которая, возможно, убила меня. Кто тут? Кто тут? А меня знаешь, кто убил? Кто? Собака? Нет. А что тебя убило? Червь. Червь? Да. Ну поэтому лопату с собой надо и брать. Теперь нам надо 1500 выносить каждый раз, даже 1700. То есть вот есть. Я ходил налево, и я там так далеко зашел, и там ничего нет. Ну какой-то двигатель, знаешь, двухручный. О, Сергей. Добро пожаловать в клуб, Серега. Мы верили, что. Я верил, что ты выживешь. А ты не выжил. Сергей, мы тебя не слышим. Включи микрофон.
Я поздно понял, что это червяк. Я там с Бракеном в дверях столкнулся, а потом... Да. Ну, как вот бы меня червяк в самом начале схавал. А у меня подземный червяк? Больше. Или который на голову сажается? Да. Денис, подземный или который на голову? Да, да, да. Подземный вот этот большой, который Серега слопал. И Серегу его он слопал? Да, меня он слопал. Ты можешь взять вещи на корабль. А я маску обнял в дверях. Ну сейчас Вова как просто тащун затащит. Надо да. 2000 денег. Надеюсь, у него золотой список. Кстати, не будет 2000. Ну, касса сколько она стоит? 80, ну 100. Все деньги. Может быть, у нас на корабле еще какие-то деньги есть? Я только так печатаю. Маловероятно. Да, ну. Видимо, недостаточно хорошо он печатает. Есть деньги на корабле. Ну-ка. Ой, етицкая сила. Сейчас его... Не, он пройти не может, но достать может. Да, я думаю, достать может, если он попадется в зону этого. Сейчас она пройдет через дверь. О, пошла проверять. Собачка-то идет, чувствую. Ты просто... Ему надо нажать кнопку и держать, не коррелируя свой... А то влево-вправо там. Я прям слышу, как он перещелкивает. Это же он перещелкивает. Надо его предупредить по этому поводу. Не, ну почему он? Он же не говорит. Или он говорит, он молчит сейчас. Я думаю, ну сейчас... Если мы слышим звук его клавиш, то и собаки его слышат. А может это мы слышим звуки клавиш Сергея, например? Я не щелкаю ничего. Денис, может ты щелкаешь? Ага, и я сам себя слышу, да? Ну, да. Через меня. Вот смотри, сейчас никто не отреагировал. Ничей микрофон. Однако Вова щелкает. Ну, однако щелчки были. Ну, единственное, у кого как бы звук был, это у тебя, Андрюх. Ну, я не уверен, что ты щелкаешь. Я сейчас вообще ничего не касаюсь. Ну, ладно, Вова как... дошел. Молодцом. 81 монета. Ну-ка, что еще принес? Ничего больше. А мы не научили его призывать тела. А два ваших тела он и не призовет. А мое тело съела маска, поэтому лучше бы он его не призывал. Ну, может, он сейчас все-таки разберется. Локи нет, остался только лут. Ефимов. Тут что, никого нет, что ли? Я вон там живой, смотри, я живой такой. О, Андрей живой. Так, Дениса съели. Ну, меня червь. Тебя нет. Алло, ничего не надо нажимать? Нет. Ну, мы его учили, пускай познают жизнь. Умрет он или выживет, 80 монет нам ничего не дадут. Ну, конечно, мы потеряем, может быть, на 20% больше. У нас еще уточка. Нет, погоди, важно, чтобы он выжил, потому что вон сколько у нас вещей купленных. Они, по-моему, и так останутся. Почему две зелененькие? Да. Их может выкинуть. Не, не выкинет. Да и вон, базуки нерабочие, что. Когда умираешь, остаются эти вещи. Я поступлю, потому что... Не понимаю, как работать, посмотреть по этой карте, но я нажму. Давай, нажимай. Улик полет отсюда. Давай. Так, устроить ему улик без... Да он все делает правильно, что ему устроить? Ага. Или ты боишься, что в будущем он улетит без нас? Надеюсь, это было правильно. Единственное, что жалко, что 400 денег потеряли. 400 денег? Может, сейчас не 400, сейчас 200 или 100 от наших смертей. Сколько с баланса оставалось? Ну, все сдохли. 80. Я хоть что-то принес. О, да. Молодец. Молодец. В общем, смотри. Для тебя небольшой ликбез. Видишь вот эту белую кнопочку на мониторе? Она переключается между этих... Каких кнопочек? Игроками. Вот, белая вот такая. Видишь, красная и белая. Белая сверху. Слева. Кнопочки, ну. Она переключается между челами. Красная вот эта кнопка, это призывает тело. Сразу говорю, если тебя съел гигант или червяк, тело призвать нельзя. Если... А я вот специально сюда подходил, думал тут что-то нажать, чтобы вас призвать, а ничего не делал. Аккуратнее, если видишь, что тело странно двигается, знаешь, так кружится по кругу на месте, бывает такое, то это, скорее всего, он стал мимиком. То есть его лучше не призвать.
либо я просто параноик. Но ну, в этот раз извини, но он так, знаешь, юлой крутится, это мимика. Денис, ребята, а как вы умерли? Посмотрите на погоду. Видел, что один заорал там, да, девочка. Ладно. Опять? Опять? Это из-за того, что у нас такая квота? Я не знаю, нет, нам просто не везет. Садимся. Как умерли-то? Маска меня убила. Видел, один кто-то... Дрожь земли смотрел, Вова? Да. Дрожь земли. Вот когда под тобой земля дрожит, беги куда угодно, но не стой на месте. Ну ладно. Так, ну все, я понял, собак надо уничтожать. О. Где собаки, где псы? О, роботы полетели. Да. Слева робот. Так, этот робот не может никуда уйти. Эй, робот! Слышь, робот! Робот! Бегите! Робот! Открывай дверь! Молодца! Беги! Фу, сработали. Заперли этого неудачника. Пускай он там теперь сидит. Этот сидит на своей штуке, кукует. А я со своей лопатой буду копать могилу. И не умру в этот раз первым. В прошлый раз тоже, в принципе, не первым умер. Вторым. Кто там? У центрального хода собака. Но у меня есть лопата, я не умру, не могу ее убить, но не убью. Ну пошли. Нет. Там у центрального хода собака. А, отлично. Мы заперли Серега и одного робота в замке. Молодцы. У меня есть лопата. Если кто-то хочет пойти со мной и пытаться убить собаку, пойдемте. Как вам идея? У меня 4 предмета. Отнеси их. Это нам не поможет, но просто. А где ты их взял? Так, я слышал прямо такие милые топотуны. И на самом деле... У черного входа собака. У черного входа... Где? У черного входа. Я у черного входа, я заблудился. На улице. Где ты? Раз, два, три. Иди сюда, ко мне. Народ, дуйте ко мне, в общем. Зачем? Я тащу за собой слизь. Там умер Вова. Там нужны вещи забрать. Мне нужно сейчас... А у меня места нет. Пойдемте на улицу. Какая-то... Насколько там собака у черного входа? Выходим и бьем ее. Ну... Дальше. Ну, у меня почти Андрей, получилось. Что? Там Сергей крикнул, типа, монстра нужно, что-то там. А на самом деле эта слизь, она просто ниоткуда прям во мне появилась. Ну, она вылезла, наверное, из этой штуки, которая снизу такие есть вентиляционные штуки. Они открываются, и от них туда монстры спавнятся. Вот. Там, блин, на кухне... Там кухня? На кухне было дофига вещей. А, ну вот кухня, это было бы интересно, конечно. Я полный этот набил себе вместе с поясом, еще что-то не оставалось, вещи всякие. О, ну Сергей, смотри, Сергей не остановить, он... Ох уж этот колокольчик убьет и Сергея, и всех остальных. А пояс он тоже исчезает, если умрешь? Ну ты, в смысле, исчезает, если умрешь. Видишь, он остался и валялся. О, беги, беги! Ой, Сергей просто в рубашке родился. А, нет, слишком долго думал ты. Интересно, Денис, может быть, успеет его телепортировать? Быстрее, Денис, телепортируй его. Нет, он не успевает, он сбрасывает вещи, лут. Он даже не знает, что... Он, смотри, он... Телепортируй его. И вот он умер, Сергей. Да. Денис в этот момент мог успеть тебя телепортировать.
Фея я этот, убила меня. По поводу вот этого слизня, он прям во мне появился, я даже не понял. Нужно было запрыгнуть хотя бы на гашетку, чтобы он тебя не трогал. Да, то есть он, буквально он... эта секунда произошла, я даже не понял. Слизь как-то... очень быстро убивает, он, видимо, видишь, заспавнился прямо в них. Прям на волне, ну, да, появился. Что-то нам вообще не везет. Мне не повезло, что собака как-то меня убила, что я наступил на ее хвост, и она меня убила. А я ее обрабатывал лопатой, а вон и весело. А ты бы все равно не выжил, потому что там сзади на подводе была вторая. Ну. Она прям сзади была. Ну так бы, хотя бы меня вторая убила, а не это. Жесть. Ну, два эклипса подряд справедливо. Что ты пытаешься? Она не рабочая. Я пытался выстрелить. А почему не работает? Ну, так. Потому что как-то патроны слетели просто. Просто потому что. Самый профитный. Yeah, 155. Ну, 80, 155 просто. Просто чемпионы. Да уж. Че, ну, соберем в этот раз 3500? Я сейчас не чувствую, что эклипсы. Давайте забираем 3000. Что тут у нас есть вообще? Каждому по поясу. А что вот эта фигня, хакинг тул, что оно хакает? Не знаю. Может быть, всяких турелей и так далее? Может быть. Садись. Мину там. Ну, садимся. Открывает врата и открывает турели мины. Отлично. Полезно. Там какие-то там примеры надо и решать типа головоломочки. О, ужас. Угу. Фонарик возьму. Мне везет с фонариком. Ох, жестокая игра. Не, есть еще более жесткая. Какая еще более жесткая? Эмбрион. Какой эмбрион? А. Но она не самая профитная. Она не самая профитная. Давай, Денис, я с тобой. Давай. Двое туда, двое сюда. У меня фонарик. А. У меня лопата. Нам это не спасет. Офигеть. Не спасет. О! Я чувствую. Да, я слышу. Я возьму вот это вот мусор. Вот он! Давай! Ай. Чё, давай, да что, давай, 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 давай. Ух, готово, готово. Красава. Я даже еще живой. И я еще живой, хотя я красный. Брошу кота на улице. Шо, ребят? Шо там у них? Слышу, ребят, не знаю, что там у них. А вот он и вылез, вот. Вроде же было все хорошо, нормально же общались. Смотри, там туннель прям видно в бесконечность. Ну, не бесконечность. Жуть. Так, что это? Это слиток золота? Или это просто вот... Это не слиток золота. Че? Падушка-пердушка заносил. Что вы там? Колокольчик. Не слиток? Точно не слиток? Да точно не слиток. Очень похож. У меня тут свой такой же слиток. С другой стороны. Да, они тут повсюду. Все, я понял. Это не вот слитки. Вот почему тогда не подсвечивалось. Потому что это не слитки. Да. Так. Ты там был? Да был. Локт. Локт. У меня колокольчик есть. Колокольчики звенят. Динь-дон, динь-дон. Подушка-пердушка. О, там уже что-то вынесли. Быть хорошим человеком и вынести это все дело. Картина. Понесу. О, 73 килограмма. Вес хороший, озорной. Сейчас мы 3000-то как я принесу. Самый profitable стану. А? План. План капкан.
А если с самого начала настроить полететь на крутую планету? А? 1500, если сэкономить. Вот у меня такая тактика. Тактика победы. Так. Я понял, сюда не попасть. Так. Живы, живы, живы. Так, мертвые. Они там нашел золото, умер от маски. Да, я понял. Берем лопату, идем. Иди, бери лопату, я пойду. А где лопата? Нету лопаты. Здравствуйте. У меня есть стены, я не побоюсь им воспользоваться. В принципе, метод вообще офигенно рабочий. Это не решает проблемы отсутствия лута. Так, слизь. Не слиток? Точно не слиток? Денис! Очень похож. Да. Очень похож. Ой, как миленько. А так вот можешь? Нет! Нет. Ладненько. Нет. Нет. Слушай, давай не будем. Давай не будем. Давай не будем. Нет. Нет. Зелененькая это же... Вот, видишь, как это вещь, да? Это маска. Маска, да, да. А зелененькая это вещь, да, какая-то? Я нашел золото. Меня убила маска. Причем на меня напала сначала одна маска, я отбился. А потом вторая маска. Иной, правда, стоит в одну сторону. И я уже не помню. Они призывают меня? А, ну нормально. Если бы он крутился, он был бы маской. Да, я вот понял. Ну вот маска, значит... Не повезло, что меня съел этот чувак, Аня. Ну что могу сказать... А я маску. Мы в любом случае не выполнили. Ну пойду. Ну типа, если мы пойдем в главный вход, то там собака за дверями. А если она в заднем ходе, там маски как бы, но. Ну, я ну, да. А я просто если телепортировался. И так довольно хорошо вылетел в главный вход. О, собачка. О, собачка. Сейчас Серега маска. Съест. О, маска. Вспомнишь, как он в прошлый раз, когда маску видел? Оп, маску там куснула. Куда вы? История жизни Сергея. Она не навелось, блин. Да, все. Серега, ты можешь включить микрофон, если вдруг что-то хочешь сказать. Да, если ты пытаешься даб сказать. Мне не повезло, там маска была. Это твоя слабость, да, Сергей? Ну, понимаете, я увидел собак, потому что они на меня сагнулись. Сергей, ты бы видел, как я мансил от маски. Ты бы видел. Денис, наверное, ты видел. Ну что, садимся здесь. И улетаем. И как она тебе решила показать? Меня собака съела просто, и все. Нам уже все. Денис, вопрос. Есть ли возможность взять вот и за вот эти деньги купить Луну, прежде чем Сергей, нас убьет. Сергей, я пытался нажать, а почему она не нажимается? Нет. Я хотел тебя призвать. За какие деньги? У нас 59. Это какую? Надо... Красную кнопочку. А да. Смотри, как ты даже из зеркала не поднималась. Чего делал? Крышечка вон, смотри. Фу ты, я вот на эту красную нажимал, пытался. А надо вот на кнопки, которые... Красная кнопка, это просто включить монитор. Я и думаю, что тут turn off, off, on off. Я стою на нее нажимаю. Ну все. Хотел Серегу спасти. Сдаем? Ты хочешь знать, как космос? Кажется, знаешь, что сейчас будет. Да, вот это будет. Не, ну мы довольно много нанесли каким-то макаром. 900 монеток. Ну да. Чё нам все планеты какие-то сложные попадались? Мы только сложные выбирали. А сейчас мы полетим. А вот что нам попадалось, Эклипс, это хрен знает.
это проверка на вшивость. В итоге мы блохастые. Никто не позвонил, да? Я позвоню. Ой-ой-ой-ой. Вы за что его разозлили? Я не знаю. Ну какая картина красивая. Речка там, пейзаж. Лес. Лазерпойнтер еще тут есть. Он злится прям. Указатель еще есть. О, положил. Ну, открылось? Да, открылось. Все, улетаем. Мы сдали норму. Куда улетаем? Погоди, давай с деньгами с Тором разберемся. 1299. Закупись на следующей игре. Закупись. Для следующей игры. Ну вот надо сейчас как-то. Или надо взлететь, а и закупаться. Как это делать? У нас нет, очень мало времени, когда мы взлетим. Андрей, да. Встань у выключателя, когда он закупится, сразу взлетай. Да, да, да. Ну что, купим? Нам нужны лопаты. Миллион лопат. Что каждому по лопате. А фонарики дешевле, фонарики мы сможем купить. Взлетай! Давай, взлетай, давай, давай! Взлетай, взлетай, взлетай. Саксофон включай. Ну что у нас, квартет? Отлично! Квартет перед полетом в космос. Да. Надо, наверное, последнее слово там. Почему сейчас это выключился? Бегите, глупцы! Мы умрем с музыкой. И шарик полетел. Такая круговерть в космосе. В бесконечности. Я услышал голос Вовы, мы уволены. 18 тысяч скраб коллектед, 76 смертей. Так. 18 тысяч, офигеть. 18 тысяч. Ну что, начнем? Добро пожаловать в ваш первый день работы. Да-да-да, помолчи. Денис, давай нас на классический марш. По-моему, марш это чудесно. Закажи сначала эти... Фонарики? Да у нас все же заказано. Так и фонарики. Только там получить надо. Получить. А, все сбросилось. Они этот баг пофиксили. Ну вот и все. Замечательно. Либо мы просто не успели сделать. Да. Успели. Это получается, ему этих никаких нету. Да. Только... Здесь был баг, что если можно взлететь и. Не, я имею в виду нету этих. Зачем? Зачем, Денис? Ой, прости, Андрюх. Зачем? Кого нет? Мой саксофон. Эмоции, которых мы прошлый раз набрали. Прости, Андрюх, я на экспериментейшн отправил. Да, я понял, и там дождливо. Сейчас мы будем тонуть в зыбучих песках. А что, эмоции сбросились? Да. Да, нету их. Готовьтесь тонуть в кислоте. Где? Не хочу. Так, а ты закупился? Кто проверяет? Не знаю, я ничего не знаю. Ну, Денис, он виноват, он пускай получает фонарики. Да, он виноват, что мы не собрали их. Фото. Нет, там я виноват. Я умер. Я пойду на черный ход. Тут несколько напоминает мне. О, там они уже что-то выносят, уже какое-то золотишко. А прикиньте, никто не пойдет за фонариками, и у нас не будет фонариков. Так. Вот, классическая. Классическая. Помещение с многомиллионным лутом, без лута. Офигенно же. По-моему, офигенно. Так, болтик я вижу. И все. Я понял. Локт. Лут. Мой любимый лут. Ага, локт, да?
Локт. Зачем я открыл дверь, когда вот тут было вот так вот проехать? А, ну, потому что мне дают ключ еще один. Так, что это? Пепельница. Experimentation, карта маленькая. Но я чувствую, что я уже заблудился. О, Ларш Аксель. Я слышал, его там выносили. А еще кто, кроме этого Лакселя, что-нибудь вынесли? О, я вижу кого-то. Паутина, паутина. И паутина. Почему паук ползет ко мне? Как отсюда уйти? Не знаю. Паутина. Иди куда хочешь. Я задел паутину, сейчас он придет сюда. Беги! Беги, глупец! Беги, глупец! Беги! Беги! Зачем ты пробежал сюда? Давай, Вова! Выживай! Мансуй! Молодой! Веселый! Глупый! Я сожрал вообще! Как ты мог вообще? Зачем ты это сделал? Черт! Я почти его убил. Кого ты убил, Сергей? У меня три вещи было. Ты нифига его не убил, он пришел и убил нас. Да я знаю. Видели он бегать с коконом? Догадайся, кто был в коконе? Каким коконом? Я видел, что он без кокона бегал. Тем временем у Дениса там погода любуется, все красота. Музычка, да, там красиво. А там еще не заглянул в мониторы. Он просто лутает. А у тебя была лопата, Сергей? Он, видимо, Денис здесь был, бросил лопату, я ее подобрал и пошел на кука. У меня две вещи было. У меня тоже было парочку вещей. Паук. С телом входит. О, кого-то намотал. Я вижу просто тело. Слышь, паук, тебе же это не нужно, да? Дай мне. Зачем он не реагирует? Ну, он не особо агрессивный. На меня он среагировал, потому что я паутину задел. Ну, а меня за что? Ну, может, он за тобой не бегал, просто ты на него наступил. Ну, я как понимаю, парни хотели его лопатой, что ли? Я вот прыгал, мне было хорошо. Я даже смог не потоптаться. Только к нему, к пауку, да? Ну, теперь у меня его лопатой не агрит, потому что я не понимаю, где он. И там тупик. А я правильно понимаю, что он... Что паутину он как-то в процессе может делать, потому что да. Он, когда я видел первый раз, там не было паутины. Да, он сперва появляется, оставляет паутину и сидит как в своем гнезде. Если кто-то задевает, то он как бы ее идет и хавает. Но Денис может пойти попытаться прорваться. Ну, в теории я могу пробежать мимо него. Да-да-да, в той стороне лопат находится. Еще одно тело обвязанное. А, он... Вот и лопат. Вот и лопат. Вот сейчас он его грохнет. Так. О, прикол. А вот это грохнет его. Смотри, проверяй. Это же робот смерти. Воу! Он его заметил. Отлично. А я думал, он такой просто ходит и все хорошо. Тут у него, конечно, лайва такая. Отмины бегай, паутину перепрыгивай вообще. Да-да-да, прыгай как не хочу. Веселись. Нового паука добиться. Ну, пылесосы же у нас из дополнений. Да. А, движок. Движок это невкусно. А вот всякие венчики, пепельницы. А чё? Нормально. Шумовочка, шумовка. Да, да. Ситечка немножко другое. Да, шумовка. Я уже чей-то Андрей? Я слышу топот чей-то, это не паук. Маска. Андрей мертвый, все мертвые уже. Ну, чей кто-то топает. Может быть, маски уже начинают ходить. Так, робот. Ну и что мне с тобой делать? Тут. Я паук. Денис прям так смело его перепрыгивает. Я думаю, что я не боится взорваться. О, да ладно, я потерял где выход. А, нет, нормально. Не потерял. Ему надо просто чуть направо сходить, где весь лут валяется. А, о, выход. Андрей такой говорит. Был шанс что-то добыть. Если мы будем добывать по 1200 денег. Ха-ха-ха.
Что-то мы сегодня вообще ничего не нарываем. Такие. Смертельная компания. Сейчас он зайдет в какой-нибудь гремучий песок и... Одно нам повезло, это первый день. Ой. Первый день первой смены, да? Да. Тут... Сейчас он, наверное, микро посмотрит в этот... Что ему смотреть? Что? О, смотри, Серега живой. Серега живой, нет, паук его таскает. Он с этой хрени на башке таскается, да? Ну, сорян, Серега. Кстати, не, он думает, что ты все еще живой с феей. А, он, кстати, не... А, фу, с этой хрени на башке. Это Серега намотало, короче, я понял. А я Андрюха. Вова, а ты-то как? Я, оказывается, был близок к выходу. Я с Андрюхой, блин, бегал. Ладно, меня Вова, я не пойду. Ты посмотри на карте, меня даже рядом нет. Тоже. Полетели. Ты на меня на это не повесишь. Меня там даже рядом не было. Ничего не знаю. Сладкая парочка. Подставил меня, блин. Я пытался там эту паутину как-то отпрыгнуть, не подходил. Там отцы побежал, бля, по ней. Ну, у меня... Я тоже от чего-то убегал, я не помню от чего. Просто к тебе шел. 133. Ну все, он уже смену сдал. Паук убил нас всех. Меня Андрюха со своим пауком, блин, этот. Я стоял возле паутины, Андрюха бежит. А, бежим. Народ, по ну паутине пробежал, квоту, в итоге вместе садиться. С пауком меня порвали там. Это я выполнил квоту, и садиться нельзя. Так, знаешь, давай на марч. Знаешь, тебе попытаться убить паука. Я его уже покосил. В общем-то, а поэтому я не сколько умер. Надо ударов? Слушай, я решил не рисковать. Наверное, 3-4, не знаю. Бьешь, пока не умрет. 5 ударов пауку надо. Не, давайте на адаманс. Пока не умру. Ну, 2. На втором ты умираешь. Андрей, мы летим на адаманс. На куда? А зачем? А, ну ладно. Зачем? Правильно. Действительно. А почему не на марч? Почему не на мой любимый марч? Потому что там эклипс. Април. Кто пойдет со мной налево? Хотя... Я, давай, пойдем. Куда? Не, давайте я сперва ули возьму. Не пойду с тобой даже никуда. Никакое лево, вообще ничего не возьму. Да возьму я его, возьму, Сергей. Возьму, иди. Иди, иди. А, вижу, да. Вот сюда. Все, улей взят. Пойдем. Отлично. Кто со мной? Я с тобой. Пошли. Идем. Идем. Я даже почти не покоцался. Ну как? Чуть-чуть. Почти не считается. Живой? Да, живой. Ножки слабенькие. Сил не хватает. Антиколы. Добрый птиц, блин. Пошел мне лопатами. Что? Убей еще пару птичек. Фигри, их тут так много. Она теперь мне на голове сидит. Вова. Полетели, полетели. Она еще 3 килограмма весит. Так, вот он. Черный выход. Сейчас зайду и как обычно меня спрессует. У меня подарочек есть. Могу ключом тыкнуть. Не надо. Так, о, я вижу, ты тут, наверное, лутался, да? Комната склада. А тут главный вход. Да. А тут главный вход. Локт. О, Денис, тут ключ нужен. Да, да. Че? Тут ключ нужен. Кстати, да. Направо от главного входа. Вова, иди с лопатой, туда птицу убей. Она поползла сюда. Куда? Туда. Кого убить? Птицу. Чего? Сюда птица поползла. У меня ключ есть.
Где ключ нужен? У меня вон, вот, есть. Наверх, наверх. Паш, Денис, 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 сюда, 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 сюда. Направо. Птица. Вот, вот. Я не нашел птицу. Где? Надо было дальше. А, вот она! На нем где? Где? Охоте. Охоте. Да ну вас. Я вот здесь паутина. Оба ключа сброшу. Паутина. Народ, паутина. Вова, иди и паука паук. Убивай, иди паука убивай, учись. Давай, где? Давай, вон он, вон он, вон он, давай. Отступай назад. Иди назад, иди назад, иди назад, иди назад. Бей, 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 бей. Да. Молодец. Что за? Как это? Работает нормально. Я мощный. Вова, теперь иди бей по паутине лопатой, она исчезнет. Бей по паутине лопатой. Бей, бей. О! Отлично. Ух, хорошо. Всё. Вот тут вот еще вот тут вот. Вон, вон, вот тут вот. О. Мощь. Мощь. Все умеешь. А смотри, теперь я тоже могу все. Открывать двери. Закрывать жизни. Указывать путь. Тут опять надо где-то клапан нажать. А где клапан нажимать? А так он красный. Идешь в темноте и видишь его. Да тут темно, не видно нифига. Ну так идешь на самый этот самый. На самый пар. На самый пар? На самый а сок. Мне не будет больно. Нет, не будет. Пар не коцает. Да. Если только там мины не будет. Тут какой-то склад. А, вот тут уже есть. Да, но там есть куда походить. Тут ключ лежит, я возьму. Возьми. Мне ключ не нужен, я его сбросил. О, хорошо как. Да? Да. Пойду вынесу 4 предмета. Между прочим, у меня яйцо. О! Ну держись, гигант. Так, где тут выход? Вот он выход. Денис, не забудь, что там на черном входе тоже предметы есть. Или кто ты? Сергей? Да, 57. И тут 3 предмета. Миллион предметов у нас. Ага. Слышите, бабуины? Хотите проблем? Как давно мы не были на экспериментейшн? Как давно мы не были на экспериментейшн, да? А ну пошла прочь. Пошла прочь от меня. Хочешь обломаться? Иди и сдохни. А ну пошла, пошла, пошла. Если хочешь. Ах ты. У меня же есть чем ответить тебе. Давай. Давай, нет. Нет, черт. Знаешь, тебе нужно было попытаться убить тебя паука. Давай, возьми этот знак, который ну-ка, я... Ну-ка, оставь его труп. И отпинай его. Брось, брось банку. Брось банку. Андрюха так радовался найденному яйцу. Так, а где тут знак? Да вот он. Ну, он же... Ну что, он себе приходит? Нет, нет. Ну нет, Денис, Денис, ну... А, да, да. Минус. Там знак лежал, ты должен был поискать он, его. Минус же не умеет. Он, он подозвал толпу, и они меня. Да, да, я видел, они там прям заклаводили. И у них тут еще целая толпа. Пошли. Давай. А че пошли убивать? Ой, еще и собака. Не, Сергей просто дал по. По прямой. Так. Это мой труп подкидывает, или твой-то. Давай, Вова, бей! Бей, 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 Вова, как я учил, так, по-мужицки. Там же собака была, где собака? Или мне показалось? Я слышал рык, но собаку не видел. Может, она там теперь заняла вот этих пацанов, потому что они там где-то... О, она сверху, на той стороне, может быть. О, смотри, тут целая россыпь лута. И кровавая. Да. Давай, бей! Он пытается забраться здесь, но здесь не работает. Нет. А он, видишь, а слева. Он не бьет. Меня этот, погоди, пройти не дает. Как все пробовать, наверное? Черт! Он просто я не знает, где здесь подниматься. Знаешь, Сергей. Она схватила. Бить!
с лопатой есть. Он не знает просто, да, как подняться. Он не знает как, я не понимаю, то ли он не знает, то... Он о, не знает. Неужели? Давай, бей, бей. Давай, как я учил. С размаху, богатырского, с плеча. О, она тоже на мечах, на досках. Она схватила знак. О, он... Да там целая полянка. Серега, а ты что-нибудь дотащил до корабля? Да. А самое грустное, что Вова не знает, как улей тащить. Да. Ну, может быть, знает, но вспомнит ли он об этом? Он не хочет. Чего? Тем временем мое тело стало самой популярной игрушкой. Да. Взлетай. Приказываю тебе. Кнопки нет, да? Столько вещей. Вот там просто Сергей там валяется. Мне хочется плакать. Но он делает все правильно. Но, конечно, в таких случаях можно было бы выйти и рискнуть. Типа, что мы теряем? Что мы не наберем 130 монет? Еще-то сколько там было. Не пойду. Страшно. Ой. Я самый ленивый, ну офигеть. Ой, бабуины слишком жесткие. Растеряли смекалку, поэтому нужно лопатой пользоваться. О, маши лопатой, ты там чаще просто берешь и бьешь. Все мертвы, ты побеждаешь. Так у меня здоровья мало, я пытался. А, неважно, просто подходит к тебе, ты бьешь. Я думал. Я понимаю. По сути, этой макаке меня бы один раз ударить и все. Так понимаю, поэтому, просто... А я вещи нес. А вы все мертвые. Ну что мне делать? Пошли со мной налево. Тоже, что ли? Пошли со мной налево. Давай, я за ту карту убил двух птичек, нет, трех птичек, паука и вот еще. Да, молодец. Смотри, тут, короче, есть такой срез. Идешь сюда, по вот этому мостику, с разбега, прыгаешь, и все. Главное, чтобы выносливости хватило. Ага. Угу. И теперь вот сюда вот налево. Только не слишком резко, чтобы не упасть в пропасть. Давай. И заходим, как герои. Ага. Это черный ход. И это лут. Не переживай. Черный выход. А? Черный ход, черный выход. Черный выход. Так, там... А, там это гусеница ходит. Гусеница мир... Нет! Нет! Почему она не за углом? Ну, почему? Ладно, почему? Почему я умер первым? Денис, Вова. Да, да, Андрюхин труп. Мой труп не важен, важен лут. Ну отвернись, я хочу забрать. Зачем ты бросил? У тебя что, уже все предметы, что ли, заняты там? Хотя нет. Так, у Дениса. Сергей. Такой, мои советы не очень хороши. Пойду отсюда, отлично. Так, как там у Дениса? У Дениса уже немножко запыхавшийся. Хватает. Здесь сюда. Тупик. А там турель. Да, было бы неплохо, если бы кто-то. Андрей, пулемет убил, и еще там гусеница есть, я поэтому не стал. Слушай, а если гусеница, я могу сам себя лопатой ее снять, не? Нет. Можешь. А, ну тогда нафиг. Тогда я с вами. Нет, смотри, если лопата упадет, ну то есть если на тебя запрыгнет гусеница, то тебе нужно присесть и попытаться нащупать лопату. Ага. И тогда ты сможешь. Потому что когда на тебя гусеница садится, из тебя все вещи вываливаются. Но чисто в теории лопату можно нащупать. Ну да, ладно, не буду рисковать. Сергей. О, Сергей. Нет, Сергей. Есть кто? То, что убило меня, то убьет и тебя. Серега, походу, нарвался на какой-то пулемет. На тот же самый, как Андрей, день. От пулемета тоже понял. Ну я вещи, которые нашел всеми. Молодец, Сергей. Я, который вещи нашел, тоже вот. Чего? Тут турель.
Аккуратней. Хорошо, где? Где тут? Сейчас такой, где тут и умрет. А? Это где тут? Вот здесь. Аккуратно. Технически вот им здесь, бы надо здесь кому-то выйти и начать стоять за. А, вот теперь вижу, да, да, да. Андрей, это такой же помер. Серега, возможно, тоже. И Сережа тоже. Да, Сережа именно от той же самой, просто четко. Серега дальше где-то. И то я не знаю, помер он или нет. Паночка, по-моему. Мы его не видим, не слышим, наверное, его нету. Эх, лут, который лежит. Да нет здесь уже ничего. Там проходов нет никаких. Суровая жизнь. Так. О, Денис пришел на место смерти. Такой, я вижу, дуло торчит. Видимо, Денис его тоже увидел. О, ну тут целый большой лабиринт нехоженый, скорее всего, вот в этой территории. У Дениса. Какое дурацкое место. Слушай, мне нужна твоя помощь. Давай, где? Ты сможешь подойти к тому месту, где турель, и сказать, когда она будет в крайне правом положении? А, в крайне правом, это как? С какой стороны? В стенку смотреть будет. Она сейчас стенку смотрит, а теперь нет. Вот скажи, когда повернется, тогда я побегу. Повернулась. О, чё, командная работа. Всё, там дальше не пройти, потому что там Серега умер, и там дальше тяжело. Так что, думаю, пора возвращаться, хватать вещи, которые снаружи, и нести. Давай. О, гигант. О-о. У нас там гигант. Ну ладно, да, у меня есть яйцо. Ну-ка, Денис. У вас есть топор? Проверим, как работает яйцо. Вижу гиганта. Пошли вот так, пошли со мной, короче. Лучше бы он пошел по мостику. Нет мостика. А почему нет? Кто его снес? Вы снесли? Идем, идем. Денис. Идем. Я нормально пошел. Так не надо было ходить по мостику. Надо мостик беречь на возврат. А, я устал, погоди. Не торопись. Ага. А, Денис решил тут съехать. О, гигант у корабля ходит. Ну ладно. Короче, возьми вот эту штуку, а мне дай какой-нибудь предмет. На тебе, робота. Давай. И эту штуку держи в руке. Ага. Если гигант поймает, то светанешь его, он тебя отпустит. Так, теперь надо прыгать. Это еще вопрос. Получится ли активировать? Ой. Ой. Просто. Ну, обходи справа, короче. Справа, слева. Точно ли там можно справа обойти? Нет, по-моему, там надо... Единственный обход — это слева. Где тут обходить? Справа такой обходить. Нет, тут справа обхода. Ну, Денис дошел. Ну-ка, давай-ка из помещения яйцом в него. Так, тем временем... Не, кто он лезет? Да он просто, ему сказали справа, он пытается нащупать выход справа. Ничего, сейчас вот он пойдет к великану, а куда еще, куда ему идти? Пипец, как тут обходить-то? Только туда. Серега в одном месте помер. Ну, от да, одной и той же турели. От одной и той же турели, да. Так. Во, пока живой. Давай, кидай яйцо. Запарил. Этот гигант Вове жизни не дает. Ну тут нету прохода, Вова, иди только вперед, только на смерть, как воин. У тебя даже флешка есть. Подошел, слепанул, побежал дальше. Слепон. Вправо. Ну, видишь, он говорит, то вправо. По правой стороне. Ну, нет, это значит налево. Надо все слепить. И бежать пытаться. Он уже...
тактически думает. Так. Покрякай меня тут. Да. Я думал, Денис уже будет кидать, но он не стал кидать. Интересно, сколько мне? Это же третий день, да? Там, кстати, смотри, слева, по-моему, гиганта загасили у курицы, потому что гигант дохлый валяется. Вот реально одноразовый. А вот у корабля гигант живой. Не забывайте, дорогие зрители, что в подописании будет ссылка на канал Дениса, на канал Вовы. И Сергею надо привет передать. Правильно, Сергей? Ладно, попробуем. А что они не переговариваются? Не беги! Какой беги? О, червяк. Вова улетел. Давай его кошку. Тебя скушал червяк, Вова. Какой червяк? Из-под землей там. Слышал, земля дрожала под тобой там? Да, но я не знал. Ну так вот это вот. Чернен, а где он говорит, типа, обойди справа? Да я вот тоже смеюсь, типа, какой справа? Там ничего нет, там тупик. Я думал, он яйцо кинет. Он неправильно выразился. Да, он неправильно выразился. Другое вправо, Вова, другое. Там, походу, вместе подъем. Кстати, в прошлой серии, когда я ули добывал, ты ули не взял, когда улетал. Он там был оставлен на корабле. Эх. С возвращением. Денис, а где там справа? Там нет где справа? Не было, да? Там нету справа. Мы умерли... Я хотел этого пройти, слепануть этого и пробежать, а видишь, да. А меня червяк сожрал. Вот так. Кстати, одного гиганта съели бабуины. Слушай, да ладно. Да, он там валялся. Не включайте, что вы делаете? Не болтайтесь. Бабуины там болтали на этот вашими голосами, когда я бежал. Нормально. Денис, я надеялся, ты яйцом кинешься. А свет зачем выключили? Да просто. Ага. А, жмака. Давайте. И мы что, они опять не выполнили ничего? У нас сейчас квота выполнили. Настолько мелкая, что если мы сейчас не выполним, то я не знаю. Хоть сам спрыгиваю в пропасть. 331 показывает. 388. Да яйцо пока лежит. А нам надо сколько? Денис, скинул бы яйцо-то вот, он же ходил как раз возле корабля, ты приманил его из корабля бы так рус, чтобы он сгорел. А то Вове было сложно бы пройтись, даже если бы он смог от червя не выжить. У Вовы была флешка. Да, эта флешка такая себе. Я не уверен, что ее можно активировать, когда тебя держат в руке. Ее не, она по идее сама должна активироваться. Ну, я хотел вообще, ты как думаешь, на упреждение кинуть. Ну, вроде как. Вова, она вообще не кидается на упреждение. Ты просто ее активируешь, она бух у тебя сразу хлопает. Да. Она настолько убогая. Ладненько, взлетаем. Закупаться будем потом. Да-да. Сейчас еще и копеечку какую-нибудь подкинут. Копейки больше, копейки меньше. Если 500-ка будет, сможем на Титан слетать. Хочешь как нищий. Ты что, закупился? Нет, это просто стандартная, которая есть. Нет, я не тебе, я им говорю. Ну вот. Опять получите. Да по-любому. У меня аж простуда моя пробудилась. Ладно, дорогие зрители. Таких танцев? Да, от всего. Черт, я могу купить легендарку, да, но не так один. Надо мне посмотреть, что у меня там. Да, посмотри. Да тут уже год. А. Какая легендарка, Вова, Сергей? Секс. А, у тебя саксофон давался? Да. А я могу эпик купить. Эпик. Ну вот у меня эпик. Ну-ка. Давай. Давай. Покажи себе. Что это за дизайн? Рэп какой-то.
Да, все понятно. Вот за него точно авторские права прилетят. Просто потому что. О, да. Ладно, дорогие зрители. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте, что в описании есть ссылки на канал Вовы, на канал Дениса. Проявляйте нам. Сергею просто передавайте привет. Да, Сергею привет. Не просто, а прям приветище. И... Ну да. Вова победил своего первого паука. Всем побеждал. Всем пока. Всем пока. Всем пока.